И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Люксталь. Наступил новый 2018 год, а вместе с тем на полках наших магазинов осталось очень много прошлогодних фруктиков. И вот мне посчастливилось по очень низкой цене купить 4 килограмма спелых и ароматных мандаринов. Подумал, что же из них сделать? А не сделать ли из них очень вкусный напиток? Я думаю, стоит попробовать. Но для того, чтобы его сделать, нам необходимо очистить эти мандарины от кожуры, потому что в кожуре находится очень много эфирных масел, а они нам будут мешать в процессе брожения. Поэтому очищаем мандарины и приступаем к приготовлению браги из мандаринов. Очищенные мандарины пропускаем через мясорубку. Получившийся сок с мякотью переливаем в бродильную емкость. Я, как всегда, буду использовать перегонный куб от компании Люксталь, потому что это очень практично и удобно. Сахаристость мандаринов невелика, поэтому на 4 килограмма мандаринов я добавляю 5 литров воды и 1 килограмм сахара. Так как сами мандарины не имеют диких дрожжей, будем использовать обычные спиртовые дрожжи. На получившийся объем браги добавляем 120 граммов дрожжей. Дрожжи предварительно разводим в теплой воде. Все аккуратно перемешиваем и ставим в теплое место под гидрозатвор. Прошло 8 дней, брага полностью выбродила и отстоялась. Осторожно сливаем ее с осадка и моем перегонный куб. Собираем колонну от Люксталь, используя кламповые соединения, и начинаем первую перегонку. Получаем спирт Церез. А для этой цели подключаем только охладитель. После первого перегона получился 1 литр спирта сырца крепостью 44 градуса. Для того, чтобы аромат конечного продукта был более выраженным, добавим в спирт сырец немного мелко нарезанных мандариновых корок.
и дадим ему немного настояться. Друзья, прошло несколько дней, и наш спирт-сырец, полученный из мандариновой браги, настоялся на мандариновых корках. Приобрел он вот такой хороший золотистый янтарный цвет. Теперь разбавляем его и начинаем вторую дробную перегонку. После второго перегона у нас получилось пол-литра питьевой фракции, крепостью 89 градусов. Разбавляем полученный дистиллят до 40 градусов и даем отдохнуть несколько дней перед дегустацией. Итак, уважаемые друзья, я с каждым разом все больше убеждаюсь в том, что аппаратов компании Люкстар является одним из самых удобных перегонных аппаратов для дома. Так как он имеет полностью разборную конструкцию, и промыть его после использования не составляет никакого труда. Это касается как и колонны, так и перегонного куба. Оцените сами. Итак, друзья, прошло некоторое время, напиток отдохнул, и теперь по традиции мы его продегустируем. Первое – это аромат. Очень яркий, свежий цитрусовый аромат. Он мне, конечно, будет долго напоминать новогодние каникулы. Запах просто потрясающий. Ну а теперь на вкус. Легкий, мягкий, какой-то такой даже древесно-цитрусовый привкус, как говорится, вкус Нового года. Да, напиток получился просто великолепный. Пробуйте, уважаемые подписчики и зрители, готовить по нашим рецептам. Подписывайтесь на наш канал, ждите выхода нового видео. И по традиции, пальцы вверх. И всем пока-пока, до новых встреч!